Здравствуйте всем, дамы и господа, я сейчас на своей любимой реке Пре, и сейчас мне попался какой-то очень интересный экземпляр, я так предполагаю, что это щука, и возможно она трофейная, потому что она что-то очень сильно мне тянет катушку. Обычно щуки на 6,5, на 7 килограмм вот такого вот не делали, и я ее долго очень вываживаю. Еще может быть жерех, но сомневаюсь, сейчас вытащим, посмотрим. Все-таки спиннинг мощный на 30-ку, а ловлю я на 25-й джиг черный. Если это трофейная щука, я буду очень сильно рад. А ну-ка, красавица, скажи, кто ты? Трофейная щука, дамы и господа, редкий экземпляр. Обязательно. Скриншот, без этого никуда. Вот это да. Это мой первый трофей в этой игре. Я даже не ожидал такого. Класс. Это просто супер. Эмоций не передать. Я сидел, выполнял ежедневный квест и клюнула трофейная щука. Дамы и господа, это что-то с чем-то. Правда, вот эмоции прям вот аж бурлят. Класс. 8 килограмм 983 грамма. Вот это красавица. Красавица. Трофейная щука. Интересно, сколько она стоит, эта трофейная щука? Я еще и так тоже скрин сделаю. Не, это, конечно, очень-очень красивая рыба. Очень. И большая. О, уже поздравляют. Класс. Сейчас я посмотрю цену. Хоть чтоб немножечко примерно знать, сколько стоит трофей. 64 монеты, дамы и господа. Вот это цена. Хо-хо-хо. Класс. Но если бы можно, был бы, допустим, дом свой, и можно сделать бы, было бы чучело из этой рыбы, поставить на подставку, как вот трофей, я бы сделал, честно, и не продавал. Класс. Бомба, 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 бомба. Круто. Всем спасибо за внимание. И пусть вам тоже попадаются трофеи, чтоб очень часто попадались. Всем пока.